Совсем скоро на канале АТВ состоится премьера летнего турецкого сериала «Моя молодость». В сюжете сериала семья Базаглу, которая владеет собственной шашлычной, и родители прикладывают все усилия для того, чтобы их бизнес процветал. Ведь только так им удастся обеспечить светлое будущее для своих любимых детей. Только на деле это совсем непросто, так как у них есть уже заклятые конкуренты, которые также владеют шашлычной. И это семейство Асмалы, которые им ни в чем не уступают. Отцы семей готовы на все для того, чтобы привлечь каждого клиента на свою сторону, и они применяют для этого самые разные методы. Именно между этими двумя главами семейств и происходит постоянное соперничество, и никто из них не собирается идти на уступки и тем более на перемирие. В результате этого вокруг двух семей постоянно происходят всевозможные интриги, а также постепенно начинаются раскрываться самые сокровенные секреты. Только ситуация начинает переворачиваться с ног на голову в тот момент, когда дети из враждующих семей влюбляются друг в друга. Молодая пара хочет построить счастливую и совместную жизнь, но как это сделать, если родители категорически против? Тогда влюбленные начинают строить самые разнообразные планы для того, чтобы примирить отцов, но порой они приводят к самым непредвиденным ситуациям. Премьера сериала «Моя молодость» состоится в начале лета 2020 года на канале АТВ. Точная дата выхода пока неизвестна, сериал готовится к переводу на русский язык. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.